Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и добро пожаловать в Dead by Daylight. Играем мы за Некроса в стелсовом билде. Так, я уже вижу кого-то, ага. Спринт, предчувствие, крутим головой, чтобы, если что, найти источник направления, да, источника угрозы. И железная воля, чтобы не орать, потому что это библиотека. Орать тут нельзя. Ну и, конечно же, аптечка, потому что... Опа, неплохо. Ну как неплохо? Плохо... Плохо. Тут погибель. Так, а почему она так это... А, видимо, она решила со мной не чинить. Невыгодно, видимо, да? Она пошла искать тотем. Вероятно. Я пока буду вот так вот, как пожилой радар, пытаться понять, откуда пойдет маньяк. Угу. В кусты. Я сливаюсь с кустами, как ниндзя. О, он там кого-то... Погоди, он там кого-то бьет? Или мне послышалось? Или мне показалось? А, не, он кого-то ударил, реально? И они, походу, идут сюда. Тут тоже есть генератор, если что. Вон оно что. Вон оно как. И кто это? По-моему, это капканщик, мне кажется. Так, ну тут не обязательно шкафчик. Это не капканщик. Это, знаете кто? Это призрак. Ага. Догонит. Ой, здорово. Нет, не в этот раз. Кого-то нашел. Тут же палетка должна быть. А, вот, да, вот все правильно. Он зашел в инвиз. Он зашел, ребята, в инвиз. И все вылечились. Да вы ж молодцы вообще. Ладно. Попадаем в отличную. Хорошо. Замечательно. Карту эту... Так. Это что там такое? О, привет, Юи. Оттуда идет. Он пойдет оттуда. Что-то ворона. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Он вышел из инвиза. А, вон он. Ну, пока что мы можем спокойно заводить. Ну как спокойно, относительно. Так, давай, поехали. Вон, 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 бегает, бегает, бегает за кем-то. Кто-то его водит. Мансит. Неплохо. А я неплохо попадаю в реакции, в отличные. Отлично, даже проверка реакции не это, не понадобилась. Куда пойдем? Подальше, наверное, пойдем, да? Потому что там я вижу геник. А, вон там, туда можно сходить. Все веселье происходит вон там, а мы пойдем сюда. И я именно пойду, не побегу. Да, с одной стороны, время трачу, но с другой стороны... Что такое? А с другой стороны, барбекю. Ага. Так, барбекю не сработает. Вот теперь вопрос, где он? Он сюда идет. И, возможно, он меня не заметил. Скорее всего. Я видел, он справа был. Давай лечиться. Давай лечиться.
Он сюда идет. Я видел. А, не, он вообще, он ну, вообще это не про нас. Он вообще там пошел за этой. Слушай, а давай-ка мы лучше два разных генератора будем заводить, да? Здесь, правда, меня видно так. Давай вот так вот сядем. Вот так будет прям отлично. Хожу я, потому что не хочу, чтобы спринт заработал. Мне это невыгодно. Два разных генератора, 100% скорости. Но это барбекю, ребята. К сожалению. К сожалению, это... Ну, наверное, вероятно. Он в инвизе будет подходить, поэтому будет непонятно. Но если он начнет приближаться, я это пойму. Я это пойму. Я так понимаю, тот игрок убежал, который там чинился. Побежал, скорее всего, спасать. Так, пожилой радар в действии. Либо у него нет барбекю, либо он пошел не за мной. Да, он пошел не за мной. Либо тот, кто попытался спасти, сам получил по башке. Я тем временем завожу. Завожу, завожу, хорошо. Завели. Он здесь. Значит, остальные там. Плохо дело, надо бежать. Вот теперь бежать надо обязательно. Потому что так мы рискуем вообще остаться без команды. А вот теперь тихо. Он здесь. Надо забираться, видимо, наверх, на лестницу. Нам надо разделиться. Правда, здесь меня лучше видно. Ого, одного спасли, хорошо. Значит, он туда пойдет. Угу, все. Нет, смотри. А, я в наглую прям. А, рр. Смотри, творят. Сумасшедшие. А должное время? Вот дает, ребята, вообще. Шикарно играют. Так, а тут, кстати, этот генератор. Давай-ка мы его пока они его там это отвлекают, мы генератор заведем. Упал. Так. Вроде как вправо пошел. Нет, влево. Генератор пошел проверять. А мы вот так вот. И на 180 градусов. И погнали. В лачугу. Да. Место неплохое. Тихо. Он что, не заметил меня? Но это еще рано расслабляться. Подожди. Можно его по звукам, кстати. Опа. Рановато, да, я? Надо наверх забираться. Палеточка тут есть. Если что. А, это невыгодная палетка. Хм. Как бы мне тут поступить с ним? А, угу. Так, отсюда должен быть виден этот генератор. Вот здесь ловкое приземление мне бы очень сильно бы пригодилось. Вот там геник. Так.
Радар ничего не показывает. Жалко, мне не удалось его оглушить именно когда он был невидимым. Но, кстати, я так понял... О, тут палетка как раз, отличное место, шикарное. Его можно, по-моему, оглушить, если посветить на него фонариком. Когда он в инвизе, потому что, я так понял, судя по истории, этот призрак боится света прям очень. И его прям начинает очень здорово штормить, если посветить на него. Так, я смотрю, убежал он. То есть одержимость его убежала спокойненько. Потому что лапки больше не дергаются. И оповещения о том, что кого-то уронили, тоже нет. Это... Вот опять, опять. И что-то как-то... А, не, нормально, ворота там. Одержимость все еще бежит. Значит, время у нас еще есть. Причем, я так понимаю, времени полно. И главное, чтобы он сюда не побежал. Так. Открыли ворота, да? Подожди. На всякий случай, если там кровавый смотритель. Вот, все, можно открывать. Я так понимаю, что... он не может же блокировать? Вот вопрос. А он блокирует... и те, и другие ворота. Или, например, он заблокирует те ворота, а потом я открою эти, и эти не будут заблокированы. Вот как это работает, кстати? Вот можете в комментариях мне подсказать. Я почитаю. Я думаю, ребята уже ушли. А, вот я слышу этот шепот. И это означает, что призрак идет сюда. Либо он... Так, погоди, а почему другие-то не уходят? Да, кстати, имейте в виду, что чем дольше мы выживаем, тем больше нам, по-моему, дают очков в категории несломленный. То есть, чем дольше... Да, 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 да. Ну и... А, не-не-не-не, там как? Не так. Если мы не выживаем, то игра измеряет количество времени, которое мы, в принципе, оставались живы. А если мы... выживаем и нас ни разу не уронили, то получается должен получить радужную эмблему, правильно? Да, 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 не сломленный, видите, радужная эмблема. Побег из матча без падения. При падении одного или более раз золотую. Вот, только что беглец у меня желтенькая, а все остальное шикарно. Плюс 2 ранга. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.